Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольные смешные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Сидят в купе три женщины. Украинка, грузинка и узбечка. Украинка говорит: ой, девчонки, у нас есть такой напиток, называется самогонка. Я мужа-то стакан наливаю, у него потом целый час стоит. Грузинка говорит: ой, девчонки, ну а у нас напиток чача. Мужу тоже стакан наливаю, у него 2 часа стоит. Узбечка говорит: ой, девчонки, ну а у нас винный напиток такой, называется чакма, прям как дыня. Они: о, и что, прям такой большой, здоровый. Она: да что вы, он такой сладкий, сочный. Учительница в классе говорит детям: дети, давайте вы скажете, что вам во мне нравится, а я вам скажу, кем вы будете в будущем. Тянет руку Петя: да, Петечка, говори, мне нравятся ваши волосы. Ой, Петенька, будешь парикмахером. Тянет руку Оля: да, Олечка, говори, мне нравятся ваши зубы. Ой, точно будешь стоматологом. Следующий тянет руку Федя: да, Федечка, говори, а мне нравится ваше платье. Ой, Федька, будешь модельером. Ну, а ты, Вовочка, что ничего не говоришь? А Вовочка говорит: да, я уже точно знаю, что я буду либо на молокозаводе работать, либо гинекологом. Дали задание немцу, японцу и русскому накормить кота горчицей. Первый приступает немец. Берет кота, засовывает ему в рот горчицу. Кот проглатывает. Немец говорит: вот видите, у нас все делается через силу. Следующий приступает японец. Берет сосиску, разрезает ее пополам, ложит туда горчицы и кладет на пол. Кот подбегает, нюхает и съедает сосиску. Японец говорит: вот видите, а у нас все благодаря научному опыту. Третий приступает русский. Берет кота, мажет ему жопу горчицы. Кот бегает, визжит, потом садится и начинает жопу языком лизать. Русский говорит: вот видите, а у нас в России все через жопу, но чисто добровольно и с песней.